Что ж, добрый день. Начинается у нас игра. И королевский гамбит. Пока вывожу фигуры, уже три подрываю. Попробую аж, хотя есть ход аж 4 интересный. Пока вывел слона. Задумался. Ингхам. 2-0. Развязались. Пока А3, чтобы конь Б4 не было. Так, попробую Б4. Напрячь его немножко здесь. Пока слон Д2. Да. Подтолкнем его коня и уведем слона. Так. Подкатим ладью. Пока ничего не отдаем. И такой быстрый у нас темп идет. В сложном королевском гамбите. Сюда. Попробую слона на c6 перевести. Он качество дает. Он отдает качество. А я пока не беру. Да. Качество пока не беру. Он пока отдает. Вот такая игра. Да, зачем нам качество? Качество — это скучно. Съезд на Е4. Пойду вперед. Труба зовет. По времени стою хорошо. Он отошел конем. А если я рубану? Не понял. Рубану. Да. Тут он совсем растерялся. Рубану. Ой. А я расслабился, а? Видали, в расслабоне. Опасно. Залез. Ничего себе дал подкрутить. Выиграл ладью, думал уже все. Мне вдруг бац на g3, королевский гамбит. Ёка-лабабай. Шажок. И победа. Еще с ним.